8 декабря. Киев. Восьмилетие Киевского духовного центра «Возрождение». Когда я была маленькой, вначале все было хорошо. Но в один день в наших отношениях в семье что-то изменилось. Мы начали очень часто ругаться. И из-за этого у меня в детстве уже начались проблемы в душевной сфере. И я чувствовала себя очень отверженной. И я начала пить алкоголь и начала вести разгульную жизнь. У меня было много отношений с парнями. И последние мои отношения закончились полным разочарованием. Я душевно очень страдала. Я не верила, что могу быть счастлива в семейной жизни. Мне тоже с детства была очень сильная проблема, что я чувствовал себя постоянно отверженным. И это сказывалось на отношениях. У меня был страх начинать строить отношения, потому что я думал, что я плохой человек и не смогу дать никакой женщине то, что ей надо. В моем мышлении, в душе, была какая-то блокада. И однажды я попал на саммит в 2018 году. И была очень сильная молитва, и апостол Владимир Мунтян молился в четвертом измерении. Ты должен сказать: ранами своими ты исцеляешь мою душу, ты исцеляешь мое сердце, ты исцеляешь мою личную жизнь, ты ранами своими исцеляешь всю мою жизнь. И как только служение закончилось, Бог дал мне мысль, которая меня полностью освободила от отвержения. Он сказал: «Ты мое дитя, и тебе не надо зависеть от мнения других людей». Я приехала на одно из служений в Киев из Германии. И когда я зашла в зал, я увидела апостола Владимира Мунтяна и его жену Викторию. И я подумала, что все-таки есть счастливые семьи. И я начала, как учит апостол Владимир, мечтать в четвертом измерении, каким должен быть мой муж. Я думала, что если такой мужчина есть, то он должен, наверное, упасть с неба. Если ты сейчас примешь это слово, что ответственность за чудеса, ответственность за твою жизнь, она лежит на тебе. Это изменит всю твою реальность. И ты увидишь новую жизнь. Я уже был знаком с Юлией около года и понял, что все-таки она для меня больше, чем просто знакомая. И тогда тот мужчина упал с небес. Да, тогда и правда он упал с небес. Я начала замечать, что один за одним все пункты совпадали. И вот мы надумали жениться. Это, конечно, невероятно, что с нами произошло. Все благодаря учению наших духовных родителей. Я познакомился с моей прекрасной девушкой. Восьмое декабря. Киев. Дворец спорта. Восьмилетие Киевского духовного центра «Возрождение». Апостол Владимир и Виктория Мунтян проведут праздничную конференцию «Искусство любить». Информация по телефону 0800 211 531 плюс 38 067 550 34 24.